Ну, лупа достойная, 10-кратная и 20-кратная. Купил смотреть монитосы. Вот так купил монитос маленько посмотреть, что да, какие года СПБ написаны, чули. Вот так приглядеть монитосы, что да как. Вот так деньга. И вот так все видно. Теперь на 20-кратное увеличение. Вот так вот все видно. Отлично. Все прекрасно видно. Вот так. И также разглядеть пробы. Колечко, думаю, можно, нет ли, можно, да, можно покупать. 20-кратника можно поглядеть, но 30 даже лучше будет. Ну и так видно вооруженным глазом. Сейчас попробую показать на этом серебряном кольце. Ну вот, показываю через лупу. Вот. Ну вот, поставил телефон к лупе. И вот видно, 925 проба. Вот. Вот такое колечко. Вот так и пробу здесь вот разглядели как раз на серебряном кольце 20-кратником. Вот такой лупочка. И плюс у нее такой вот замечательный чехол. Раз. И можно скласть свою коробочку и лупочку свою не потеряете. Вот так вот раз и закрывается. Можно брать. Отличный. Ссылочку из Озона, такую вот лупочку поставлю в описании. Хорошая лупа.